ты хоть покажи себе. Вот она вот так прячется. Вот это она прячется, думает, что ее никто не видит. Но изначально у меня появилась моя супруга. Вот мы с ней познакомились. И потом, когда она меня пригласила к себе в гости, там я увидел вот это чудо. Это она меня приняла очень хорошо, и у нас с ней абсолютно общий язык. Если я взял на руки, она доверяет, все время находится в спокойствии и никогда не будет выпрыгивать. В 5 утра у нас Фаня очень любит приходить для того, чтобы покушать. Она приходит есть, пока мы спим. Требует, чтобы с ней посидели. Причем ты приходишь на кухню, у нее мисочка, она ест, а после этого ложится спать. А ты после этого спать уже не можешь. Любимая ее фишка, она может с пальцами твоими начать играть. Ей кажется, что это опасность. Алло! Фаня, она не очень воспринимает все новое живое. И когда нам на передержку дали кролика, я такой испуганной Фани никогда не видел. Когда ездишь отдыхать, понимаешь, что скучаешь по этому созданию. Чудо какое-то. Когда я приезжаю, я вижу, что она скучает. Мы все находимся в состоянии любви, она этим иногда пользуется. Потому что знает, что ее здесь очень любят и ценят. Но она, в свою очередь, тоже очень любит и ценит. Я считаю, что животное нужно воспитывать, но с любовью. Вот тебе. Тепло как. Надо относиться к этому как к члену семьи. Твоей, вот настоящей семьи. В одном прекрасном произведении мы в ответе за тех, кого приручили.